мы просим минуточку внимания. Сегодня, на этот праздничный вечер, премьер-школа, юбилей нашего художественного руководителя Фабио Мастранджело, мы начинаем с открытия выставки замечательной петербургской художницы Аушвы. Приветственное слово предоставляется директору театра мюзик-холла Юлии Стрижак. Дорогие друзья, у нас действительно сегодня большой праздник в театре, и выставка, которую мы сегодня открываем, это один из подарков нашему художественному руководителю Фабио Мастранджело. Выставка представлена петербургской художницей, у которой такое необычное имя Аушра. Она родилась в Литве, в Паланге. И это имя она сделала своим творческим псевдонимом. Она так подписывается Аушра. Вот эта прекрасная рыжеволосая женщина вместе с нами сегодня. Аушра художник сложный, яркий. Как вы видите, на ее картинах много цветов, много птиц, животных, красивые женщины. Много своих работ она посвятила театру, музыке. Поэтому очень приятно и органично, что эта выставка открывается именно в театре мюзик-холла. И Аушра человек очень популярный в Европе. Ее выставки проходили в Норвегии, Дании, в Швейцарии, во Франции. Она выставлялась во многих музеях и художественных галереях нашей страны. И сегодня мы рады приветствовать Аушру, такого яркого, оригинального художника, в театре мюзик-холл. И надеемся, что вы насладитесь сегодня не только прекрасной музыкой, но и прекрасными живописными работами Аушры. Слово нашему фамильяру, художнику руководителю театра мюзик-холл, маэстро Фабио Мастранджело. Спасибо, я очень рад видеть вас сегодня, потому что, конечно, понимаете, что это для меня сегодня очень такой важный день, необыкновенный день. Я очень благодарен Аушре, потому что это совершенно подарок такой, который я в жизни не мечтал получить. Так что ей большое спасибо. Видно сразу, что человек очень талантливый. Это достаточно смотреть в глазах. Женщина красивая, и сразу понятно, что она очень талантливая. Картина – это подтверждение того, что я говорю. Интересуйтесь, посмотрите, наслаждайтесь. И потом не менее с подвышенным духом жду вас на концерт. Будем пытаться вместе с картинами Аушры сделать для вас большой праздник. Еще раз спасибо, что столько много людей сегодня. Это просто для меня еще раз один подарок. Так что очень благодарен. Добрый вечер, дорогие гости. Я поздравляю нашего любимого маэстро Фабио. И я думаю, что наш замечательный бриллиант, оправлен в мою оправу Юлии Николаевны. И это для меня большая честь. И я не скрываю своего удовольствие, что действительно, может быть, этот бриллиант будет сегодня, именно сегодня, сиять еще ярче, и его музыка будет ласкать слух, как живопись ласкает взоры. Получите удовольствие за сегодняшним вечером. Спасибо большое. Открыто, пожалуйста, осматривайте второй, третий этаж экспонаты. Получайте удовольствие.